Здравствуйте, дорогие друзья! Когда-то давным-давно, в 83-м году, мы с Валдисом Пельшем одновременно поступили в Московский университет. Я на мехмат, а он на философский факультет. И сразу же познакомились и подружились. У нас были очень смешные истории. Про это даже неудобно рассказывать, я не буду. Еле один раз мы встретились с Пельшем у него в общежитии. Он жил в ДАСе, да черт знает на каком этаже. Про это неловко сейчас рассказывать, честное слово. Вы знаете, что вы лучше дайте денег на документальный фильм о Московском университете. Там все эти истории прозвучат, будут показаны, да не только эти, еще масса самых интересных, самых необычных, самых неожиданных фактов и каких-то баек. Заходите, пожалуйста, на портал planeta.ru и, набрав три заветные буквы МГУ, вы сразу окажетесь там, где надо. Давайте снимем этот фильм вместе, а потом будем наслаждаться неожиданными историями, про которые иногда даже неловко рассказывать.